намыть полы. Скользкие. Да, бараний кусок. Это ж такая вкусняшка. Эльза, у тебя прям, это Сима, праздник. Вчера кролик, говядина, сегодня баранина. Эльза, тебе курица, прости, родная. Ты уже большая. Сейчас курицу принесу. Нужно, конечно, мясо разнообразное. Ну что такое? Скажи, я не хочу есть, я хочу к маме. Родная, кушай. Маяшечка такая любимая, маяшечка. Конечно, любить. Да. Так, моя, моя. Мила моя, Эльза ревнует же. Мне внимание, скажи, надо. Надо. Хватит мыть мясо. Оно чистое было вообще-то. На всякий случай. Давай-давай, учись ездить в больших кусков. Скажи, порезать не могли бы? Нет, направлю. Это я балуюсь. Во-во-во-во-во-во-во. Давай, лопать. Кормит, да? Да я приду еще, родная. Я обещаю, я приду. Ну, я приду. Ушла мамка, мамка ушла. Ай, безобразие. Вот. Эльза на улицу ушла. Да ты что не кушаешь-то? Кушай. Кушай, моя сладкая, кушай, кушай. Кушай. Ай, ты моя хорошая. Ну, ну что, ну что, что, что? Кушай, кушай. Вот, молодец, кушай, кушай. Вы еще тут разыграли. Вот разыгрались. Ай, разыгрались. Ай, хорошие девочки. Девочки хорошие. Ох, ох. Ох. Да. Тебе еще подрасти нужно. Мы сейчас, как это, опыта нет в стране, как их сажать вместе, когда, чего. Так мы сейчас с Африкой связались, Зимбабве, с профессионалами по львам. С ними консультируемся, постоянно на связи. Отсылаем видео, показываем их поведение и так далее. Профессионалы нам.